Наш первый поединок. 4 раунда, полусредний вес. Рефери в ринге Алексей Козлов. Боковые судьи Александр Калинкин, Сергей Летунов и Андрей Курнявко. Встречаем участников боя. В синий угол ринга боксер из Таджикистана Мехрудин Салиев. Итак, друзья, первая пара появляется в ринге. Первым выходит в синий угол Мехрудин Салиев. Это весовая категория до 66 килограммов. Полусредний вес. И встречаем его соперника в красный угол ринга, боксер из Пятигорска, Араек Арсакский Григорян. И вот, друзья, мы видим оппонент Мехрудина Салиева, Араек Григорян, выходит в красный угол ринга. Представляем вам участников четырехраундного поединка в полусреднем весе. Синий угол ринга, боксеру 18 лет, рост 180 сантиметров, вес 66 килограммов ровно. Это его профессиональный дебют. Из Таджикистана Мехрудин Салиев. Красный угол ринга, боксер 23 года, рост 175 сантиметров, вес 66 килограммов, 600 граммов. Профессиональный дебют из Пятигорска, представляющий клуб «Львиное сердце», Араек Арсакский Григоря. Ребери в ринге Алексей Козлов. Итак, друзья, начинается первый раунд. Два дебютанта. Ну, собственно, об этом можно было бы догадаться, так как запланировано всего 4 раунда. Обычно в четырехраундовых боях сходятся именно дебютанты профессионального ринга. Итак, у нас первый раунд. Да, оба боксера работают в классической стойке. Ну и сразу как-то бросается вперед Салиев, занимает центр ринга. Очень сильно раскрывается боец из синего угла, когда выбрасывает удары. Да, опускает правую руку, и я думаю, что это мы увидим эффект вот этих ошибок. Араек Григорян очень хорошо работает от защиты уклона и от ударов уходит. Да, классическая работа вторым номером. Опасный мог быть момент. Практически нарвался на убийственный такой боковой Мехрудин. Ну вот начинает вкладываться Григорян. И я думаю, что тут вопрос времени. Когда отлично работает по уровням. Да, когда вопрос... Когда бой будет остановлен, я думаю, что это вопрос времени. Пристрелялся Григорян. Но вот сейчас опасный момент. Рефери вовремя вмешался. Несколько ударов по затылку пришлось. Вкладывается в удары практически. Так. И отсчитывает нокдаун. Нет, или останавливает бой рефери. Да, насколько я понимаю, бой остановлен. Ну, в общем, друзья, тут все было очевидно. Уже с первых секунд чувствовалась разница в уровнях бойцов. Боксера на середину. Итак, дамы и господа.
Рефери этого боя Алексей Козлов остановил поединок через 1 минуту 27 секунд первого раунда. Свою первую победу на профессиональном ринге техническим нокаутом одержал Араек Арсакский Григорян. Араека Григоряна поздравляем с победой. И у нас первая досрочная победа за сегодняшний вечер. Да, ну у нас и бой первый был сегодня, поэтому посмотрим, как события будут развиваться дальше. Он, давайте посмотрим, замечательно через руку пробивает по корпусу, серийно, комбинационно. И мы видим, что Салиев, ну, в этих моментах он просто потерял контроль над ситуацией. И не только над ситуацией, но и ориентацию в пространстве. В принципе, это уже был вопрос времени, пока рефери вмешается, остановится поединок, конечно. Ну, что, собственно, мы и увидели. Не лучшая ситуация для бойца, когда вот так вот в панике начинаешь уже хоть что-то предпринимать, чтобы дать хоть какой-то отпор. Ну, тут уже, знаешь, как, Георгий, не об отпоре шла речь, не об отпоре, а о том, чтобы, ну, как-то выжить в этой ситуации. О чем я и говорю.